обложили камнем это здание луганским. Сразу виды другой, то был зелененьким покрашен. Сейчас стараются все здания обложить камнем, потому что это долговечно, красиво и сливается с природой. Люся, пошли, я тебе покажу грибные места. Вадя, ты только ходи осторожно, смотри сколько. О, мышата. Мышата. Так а ты смотри только под ноги. Смотри, вот это все грибы. Посмотри сколько. Олег Алексеевич, видел? Да. Вон уже кто-то расковырял. Прямо... Да вон, посмотри, ты видишь везде? Я вижу. Люсь. Ну? Ты как к грибам? Что это? Относишься? Есть можно? А? Люсь. Что это такое? Ты что-то не пойму. Мама голубику обещала. Вместо этого что-то скажи дала непонятное. Сейчас, мне кажется, она выкинет, не? Ты видишь сколько? Вообще, угу. Вон. Друзья, смотрите. Много. Там вот эта вся поляна, вся усыпана просто грибами. Мышатами. Она не отравится? Ну что она отравится, Вадя? Мышата они. Не, одно, она бы почувствовала, ни да? одно животное не съест нет. ничего плохого. Все? Будем считать, поела? Скажи, я вам не животное. Да? Все, выкинула. Вот папа сказал, не отравится. Все выкинула. Люся, а пособирать? Да. Это что? Вот, посмотри, ты стоишь. Чтобы не подавил. Вот такая в этом году поляна. Вот иди сюда, посмотри. Тут вон сколько... Вот это, друзья, все грибы. Представляете? Надо пособирать, Люсь, потому что ударит мороз. Жарить можно? Конечно, ты посмотри. Все в грибах. Я никогда не видела, чтобы столько здесь было грибов. Люсь, муравьи там есть, нет? Ищи там личинки всякие. Скажи, все жучки, червячки все спят. Так, что для... О, и перекличка львов. Мы вам показывали, вот здесь были маслята и маховики. Много. Не помню, показывали, нет? А теперь там куча грибов. Люся, а что там жужжит? Работают. Вот посмотрите, друзья, все равно в каком идеальном состоянии находится парк даже зимой. Вы не увидите ни мусора, ни веток, ни палок. Так это, если учесть, что территория 32 гектара. Нет, все-таки не хочет меня вести самокат. Люсь, иду. Давай, да. Я помогу. Вот такие мраморные статуи обрамляют вертолетную площадку. Трехцветный мрамор на постаментах. И вот сюда садится любой вертолет. Здесь мы встречали и Жоржа Алфеева, и Филиппа Киркорова. И официальных лиц, очень и очень высокопоставленных. Ну вот, так сказать, первый эшелон власти. Все прилетали сюда на вертолетах. Где?
каком зоопарке здесь что-то? Да, ну тем более такая большая, потому что здесь садились прям очень-очень тяжелые вертолеты. Но это очень удобно, так как Олег Алексеевич у нас каждый день прибавляется аудитория, друзья, и поэтому, конечно, далеко не все все знают. Олег Алексеевич планировал построить 7, когда его поддержало правительство Крыма. А вот после строительства этого парка Тайгана 7 парков в Крыму, 7 чудес Крыма. Такой был проект. Зоопарк «Сказка» в Ялте уже есть. Парк Львов-Тайган в Белогорске уже был. Он хотел построить парк медведей в Севастополе и парк тигров в Севастополе в Инкермане. Хотел построить здесь Колизей огромный. Также в Белогорске должны были быть парк Суворовский и парк Белая скала. А в Евпатории парк птиц, зоопарк Солнышко. Но не дали тогда строить. А вот, ну сейчас есть понимание, но уже прошло времени немного. Олег Алексеевич с кем-то... Ох, я в лужу с кем-то поехал. Сейчас есть понимание, но прошло время, уже нет тех нужных строителей. Да и стоит все очень дорого, поэтому тем не менее... Олег Алексеевич прямо сейчас строит еще 3 парка. И я думаю, друзья, что 7 не 7, а 5 чудес Крыма у нас точно будет. При поддержке Сергея Валерьевича. А вот и Москвы. Так что мы еще с вами все увидим. Да, Люся? Люська такая, увидим, когда я голубику увижу. Парки, это хорошо, на все деле, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Что? Ой, как грозно, Люсь. Люся, только не описывай меня, пожалуйста. Что значит только не? Скажи, я уже, да? А ну. Вон какой тигр. Люська. Раз. Вадик, такой, понимаешь? Вадик, он же не выйдет, что ты отходишь. Да, я просто, чтобы Люсечка не... Ой, ты боже ж ты мой! Напугалась у меня. Это Люсечка, по-моему, вообще ничего не боится. А вон, львята и тигрята. Маленькие Люсь. На них как? Реагировать будем. А-ау! Они сами боятся, Люсь. Скажи, эй, вы, морды полосатые, полосатый рейс. Олег Алексеевич ездит. О, вот тихая полосатая. Но только вчера. Люся, смотри. О, там кричит. Ты как? К тигру. Скажи, так, скажи, папа, вот это вот мамы, вот эти затеи все. Скажи, кому они вообще нужны? Скажи, что мы тут делаем, да? Так раз, прячется. Зачем? Ну, что, ты боишься? Да? Да, сказала. Ну, зато смирная хоть побудешь. Хоть какое-то время. Потому что ты ж смирная. Оп, папа, их еще не убрали, не? Что, еще бегают? Ты ж смирная, только вот это вот и будешь. Бываешь. Возле тигров или возле львов. Банда полосатая. Пошли уже. Не буду я тебя пугать. А вы чего? Ходите. Ну, для них этот дождь, это так. Она такая раз, морду посмотрит. Скажи, папа, давай проходим живее. Они же рядом идут. Они чувствуют ее. Она их видит. Кто это такие? Папа, что это жалкие ничтожные личности в эпоху Люсинды Владиславовны? Ой, встал. Люсь. Ой, скажи, глаза бы мои не видели.
стал, он скажет, то ли я, скажи, сейчас устрою шоу дома со своим братом. Ау, Люся, там тоже тигр, Люся, а смотри, вон там белые тигры. Нет, тихо, Люська, тихо, как никогда.